38-летнюю Меган Маркл, Меган Моркл, считают редкой счастливицей. Но жена 35-летнего принца Гарри, принц Хэри, призналась, что в ее жизни было много неприятностей, в особенности из-за расовой принадлежности. Сегодня в сеть попало видео 2012 года, в котором будущая герцогиня Сассекская откровенно рассказала о травле. Брюнетке пришлось столкнуться с критикой из-за своего внешнего вида. Многие люди допускали язвительные насмешки в ее адрес. Отец Меган, Томас Маркл, кавказец, который живет в США, а мать, Дория Рагланд, афроамериканка. Родители Меган познакомились в телевизионной студии в Лос-Анджелесе. Там молодой человек был директором по свету, а Дория – временным работником. Наследница бывших супругов призналась, что гордится своим происхождением. «Я думаю, что для меня это действительно личный момент. Большинство людей не могут сказать, какой я расы, и большую часть жизни я чувствовала себя мухой на стене, я слышала оскорбительные шутки и прозвища, которые ранили меня и мою маму», — отметила Меган. Маркл с горечью вспомнила времена, когда ее семье приходилось пользоваться черным ходом в кафе, чтобы поесть. 7 лет назад Меган мечтала, что к моменту, когда она сама станет матерью, мир будет более лоялен к темнокожим людям. «Я надеюсь, что когда у меня появятся дети, люди станут более свободными от предрассудков», — заявляла американка. Меган подчеркнула, что негативный опыт помог в ее самоидентификации и позволил взглянуть на ситуацию с разных сторон. «Некоторые люди смотрят на меня и не видят чернокожую или двухрасовую женщину. Я горжусь, что являюсь сильной и уверенной в себе женщиной смешанной расы», — резюмировала она. Сейчас Маркл с мужем и 7-месячным сыном Арчи находятся в Канаде. Там они проведут рождественские праздники. Британцы восхитились наследником на открытке, выпущенной его родителями. Отсутствием Меган в Лондоне на Рождество воспользуется жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Маркл сделала умный ход, пригласив на свою свадьбу голливудских звезд.